Власти Херсонской области Украины призвали жителей эвакуироваться из районов на западном берегу Днепра. Глава администрации Ярослав Янушевич заявляет об угрозе российских ударов по гражданским объектам. Он просит свернуть массовые гуляния, которые продолжаются уже два дня. В городе нет света и водоснабжения. Коммунальные службы обещают восстановить уничтоженную инфраструктуру, когда свою работу завершат саперы. Военное командование предупреждает, что в регионе могли остаться диверсионные группы противника. После отступления российских сил из Херсона наиболее ожесточенные бои идут в Донецкой области. В сводках, представленных Москвой и Киевом, говорится об обороне позиций под Бахмутом и Авдеевкой, а также о нанесении ракетных и артиллерийских ударов. Российское министерство обороны заявляет о взятии северного пригорода Горловки, Майорска. Администрация Луганской области Украины заявляет о восстановлении контроля над Макеевкой к северо-западу от Луганска.